Здравствуйте, дорогие друзья! Участники международного проекта «Фортепианные мосты» имени Натальи Добровольской уже много лет с большой радостью выступают в Белом зале библиотеки имени Лермонтова. Но сегодня из-за сложившейся эпидемиологической обстановки мы были вынуждены прервать наши живые концертные серии. Однако к знаменитой «Библионочи» в Лермонтовской библиотеке мы подготовили для вас видеоконцерт, в котором вы услышите выступление нескольких участников проекта «Фортепианные мосты» из Белого зала библиотеки. Приятной вам встречи с музыкой и музыкантами! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.